Да? Хорошо. Сначала режи обязательно. Да. Так, Мишенька, ты где? Ты здесь. А где тебе быть, ты скажи, да? Куда я денусь с подводной лодки? Так, у меня сегодня даже есть на руке камера. Так, пойдем. Пойдемте, собаки. Прохладно. Градусов, я не знаю, 10, может быть, 12. Просто по ощущениям. Так, рыжий, вот куда тебя понесло? А, сегодня среда, сегодня мусорка. Ну так, зеленая, зеленая трава. Пойдем на озеро, пока нет никого. Миша, пойдем. Пойдем на озеро. Пока там тихо и спокойно. Рыжий, ты идешь или не идешь? Где-то сзади. Я все хочу, чтобы Миша покатался на спинке. Так, ну что, в кадре вообще ничего нет. Мусорка, да? Ну ничего, не страшно. Так, сюда, сюда. Да свой, пойдем. Эй, пошли. Как-нибудь с ними надо подальше сходить. То мы все вокруг дома практически. Ну пойдем, пока нет никого. Пойдем, пойдем, нет там никого. Конечно, им охота побегать без поводков. Может быть, сейчас устроим такое счастье. Да, конечно. Вот он. Гав-гав. Уже сразу гав-гав с утра. Рыжулькин, ты что, забыл, куда идти? Мишенька, идем уже, да. Пойдем, рыжий. Посмотреть, что я снимаю. Какие-то собаки есть у меня на экранчике. Пойдем. Пойдем. Гав-гав там, ну. Ну все, все, пойдем. Эй. Так, ну никто, по идее, не должен купаться. Или что-то в этом роде. Тюльпаны. Рыжий, все, идем уже. Так. Хорошо. Хорошо. Так, иди сюда. Миша, давай я тебя спущу. А, не очень-то еще получается одной рукой. Так, подожди, лежи. Ага, вот так лучше. Так. Один свободен. Рыжий, ты видишь, Миша уже бегает. Подожди. Подожди. Оп. Да что ты? Сейчас опрокинешь меня. Какую-нибудь воду. Пойдемте. Никого нет там. О, еще этот еще. Еще этот. Откуда он взялся? Ну вот он там и лаял. Че, Миша, будешь его покрывать? Пойдем побегаем. Пойдем. Миша, рыженьки, пойдемте. Побегайте. Оп. Это что? Это соседская вроде. Да, хорошо. Тебя там не ищут, а, черномелый? Плохо, когда собаки бесхозные. Все-таки надо бы следить за ними, да? Миша, иди сюда, иди, беги.
Вроде не сильно хромает. Так. Еще группа собак. Рыжий предводитель. Пойдемте на озеро. Побулькаем. Собаки. Идите сюда. Сейчас посмотрим, что будет от моих призывов. Все хорошо, да? Там еще кто-то гавкает. Ага, ну хорошо. Так, все, пора кончать эту ситуацию. Разрешать, как говорится. Миша, стой, давай. Давай, мой хороший. Рыжий! Не тот поводок. Ну, не страшно, у меня один с цепью. Это как раз Мишнин. Рыжий, стой! Тоня, Гришка! Как тебя еще назвать? Чтоб было понятно. Рыжий! Да ему пофиг. Непослушная собака. Рыжий, иди сюда. Стоять. Ну или сидеть, или лежать. Ну, в общем, вот так как-то. Так, это все. Этих мы с собой брать не будем. Да, рыжий, уже понюхал, да, да. Пойдемте. Пойдемте. Что-то сегодня даже не купались. Ну, прохладно, я говорю. Ну, наверное, будет все хорошо. Днем потеплеет. Немножко лапы намочим. Так, идем. Пойдем, все, но в эту сторону. Да, да, они так и будут бегать. Хозяевам пофиг. Это не очень здорово. Я хоть своих спускаю с поводков, но они под присмотром. Так. Все, пойдем. Ага, идем уже. Так, собаки в кадре. Рыжий, ага, коронка. Да, ты самый сильный, пойдем. Так, хорошо. Так, все, доктор и две собаки. Все, пока.